Антисамп, мальчики и девочки, с вами работодатель, соискатель, рекламодатель, все в одном лице, Данила КПРФ, в общем. И я вам, знаете, что хочу сказать, я немного, по-моему, не прямо сижу, вот теперь, наверное, прямо буду. Я вам, знаете, что хочу сказать, Arizona, Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор, также мой промокод NoToxic54, все это находится в описании. Сегодня вы дождались, я буду смотреть своего самого лучшего друга, Данила Герр, давайте начнем. Всем привет, вы смотрите. Здорово, Дань. Полицейская погода. Мне кажется, у тебя голос немного сдавлен каким-нибудь эквалайзерами или вроде того, потому что реально что-то очень глухо ты звучишь. Я ютубером, и сегодня у меня в гостях ютубер Глок. Для подкаста. А почему не Дидер Тыкл, да, казалось бы? Он выбрал автомобиль Буффало, карабин М4 и пистолет Дигл. Офигеть. Все остальное, как и всегда, зависит только от ситуации. Вот это да. У нас нет сценария и заранее продуманного плана. Просто ужас. Все делается вживую. Я знаю, что вы давно ждали новую серию и хочу увидеть вашу поддержку. Обязательно поставьте лайк на это видео, чтобы следующая серия не заставила себя долго ждать. И обязательно напишите в комментариях, кого напишите, конечно. Вы хотите увидеть. Кого же? Ютуберам из топ-3 самых залайканных комментариев я обязательно напишу и предложу сняться в следующем выпуске. Ну а вам я желаю приятного просмотра. Поехали! Давайте поедем. Офигеть. Да, Нинтро просто как у Универсал. Да, доступен. Принято, в таком случае реагируйте на вызов 911 с идентификатором 247, сообщается о подозрительном мужчине на... Панкропы, Дань, просто мое почтение, просто вот панкропы лучшие. Возможно, вооружен. Это район Вайтвуд, то есть стоит код 3 для вас. Хорошо. Принято, код 3. Типа, это да, все... типа, вот это вот все нужно держать в голове, код 3, код 2, код 28, нахуя? Это так забавно, знаете, начинать, ну, ты же, как бы, очевидно знаешь, что будет дальше. Жестко. Забрал для картеля товарчик. Че, осталось довести это? Бля, мне всегда нравится, я надеюсь, что все это пишет Данил Герр, все эти диалоги, потому что это максимально очень рофловая хуйня, но это почему-то набирает очень много просмотров, я не знаю почему. Это очень странно. До места назначения клиентик уже ждет, мне вот по рации передают. Так, Google Maps, куда мне ехать? Куда везти товар? Угу. Понял, понял. Здесь это рекламная интеграция. Угу. Поехали от Седова. Уже машина разбита. Где-то здесь. Вызов 9-1 отсюда, окей. Омега первый контакт. Блин, футболка у Дани охуительно. Помню, у него еще футболка была, типа, знаете, Герр Мафия. Это было охуительно. Ой, извиняюсь, ЛВ-110 контролю. ЛВ-110. Прибыл на место вызова. Спешиваюсь, код 6. Также пришлите мне дополнительный юнит. Принято, ЛВ-110. Ожидайте дополнительного юнита. Я решил написать Глоку, потому что я приехал на склад, и здесь, типа, пусто. Тут никого нет. А нам же, ну, надо... Все, Роллиплей пошел по пизде, да? Что-то... Чё? Ой-ой-ой, и тут полиция. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, сматываемся отсюда. Глок, у тебя слишком, или там Desert Eagle, или кто-то, у тебя слишком большое расстояние над вебкой, это типа в ОБС можно подправить немного, там зажимаешь Alt, типа, и немного вниз, так где, ну, типа, сам, наверное, знаешь. Стояла Буффало, а, стояла белая Буффало на подъезде, кажется, увидел. Да, реально, он тут, в 110 контролю, на месте вызова никого не обнаружили. Данил Герр едет на красный, просто скриньте, просто вот это вот все делайте, также я не знаю, как такое возможно. Потому что это было белое Буффало, последний раз наблюдали в районе Red Sands West, также, возможно, наблюдая ее, мне требует статический. Принято ЛВ-110. Тактически кто? То есть чуваки, которые смотрят это, они понимают, что такое тактически, что такое вот эти вот коды, или это просто типа там, я не знаю, кукушка, кукукала, там в Твиттере, в Телеграме перетвитнули все в Ютуб, там так далее, или что, бля, просто какой-то набор слов ебучий, ну, я ничего не я понимаю. Нашел, но тут так дня улепетывает. Я вообще не понимаю, оно это или не оно. Ой-ой-ой, теперь я точно убедился, что это за мной. Так, нужно отваливать, нужно ускоряться. Контроль НЕ-530, НЕ-101 и НЕ-102. Если вы доступны, направляйтесь в пиротактический. Мы сейчас двигаемся. Также по... контроль ко всем юнитам, сигнал 100 активен. О, офигеть. На юг, по правую руку проезжаем за визаж. Двигаемся на юг, я не уверен, что это тот автомобиль. Алло, Аль Примо? Да-да. Здорово, кореш, слушай, как у вас там вообще обстановка? Куда звонишь? Слушай, у меня здесь, скажи, какие-то небольшие неприятности есть. Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? Да. Да ничего, такая воскресная прогулка. Ну это забавно, это забавно. Но, кажись, за мной на хвосте легавые.
Нужно скинуть. Твои парни готовы? Егорь, звони. Куда ты звонишь? Ты ебаный осел. Окей, все, готовность 5 минут, ждите. Ты ошибся номером, друг. Давай, и подготовь мне какого-то водилу опытного. Ты пьяный или кто? Все, давай, братан. Все, заткнись. Он поменял направление на восточный, выезжаем на южный 226. Ну что я могу сказать? Скажи, за мной погоня. Мне нужно выдержать 5 минут и отвезти этих парней куда нужно. Такого Гарера точно не ожидал. Главное сейчас все это замутить как полагается. Просто преследуем шахматный порядок. Двигаемся сейчас уже на север, 226 восточный. По правую руку проезжаем Линден Стейшн. Также ЛВ-110 контролю. Нам в первый тактический требуется Air Unit. Принято, ЛВ-110, ожидайте Air Unit. Я тоже, знаете ли, водила первого сорта, так сказать. Наверное, на это надеюсь. Или какого-нибудь еще сорта. Ой-ой-ой, да кто ты такой вообще? А что это за спорткары такие крутые, мощные? Куда я еду? Мне главное в жопу не заехать. А я это умею. По поводу где-то затупить, это я прям, ну, боженька. Я, конечно, круто езжу, но затупить это у меня получается еще круче. Въезжаем в район Крик. По левую руку у нас торговый центр. Район Крик, а кто кричит-то? Кто кричит? Данил Герой. На 226-й восточный. Будет менять направление на западное, двигается в сторону завода КАЗ. Двигаемся сейчас в сторону завода КАЗ, проезжаем его по правую руку. Какие КАЗ-то, ебаный в рот? По правую руку у нас район Спинни-Бэт. Кто Бэт? Съезжает снова. Один Х-Бэт кто-то ставит? Прикл Пайн, двигаемся в сторону. Охуеть. Какие-то ставки, видимо, опять у Данила Герой. Пока что ничего серьезного. Опасности я особо не вижу. Air Unit, вы нас наблюдаете? Пока не наблюдаю. Не вижу вас. Он же сейчас его мог задержать. Зачем он затормозил? Проезжает типа? Очень странная хуйня. Прямо перед нами отель гольф-клуб Yellow Bell. Двигаемся по-прежнему на запад. По правую руку проезжаем гольф-клуб. Парные юниты есть в погоне сейчас позади меня? Принято. Пропускаю вас вперед с командой. А где вебка у Данила Герера? Все сейчас уже без вебки сегодня. Принято. Ну слушай, их здесь всего... Ой-ой-ой-ой-ой, я думал их 4 этих. А их оказывается больше, да? Их... Ой-ой-ой, 5 автомобилей. Ой-ой-ой-ой-ой, и скоростная тоже за мной. Хо-хо-хо, чё она загорелась? А, да я знаю почему. Да потому что от меня у всех пукан горит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Хорошо, всё отлично. Двигаемся. Пукан горит от меня, я думаю. Выполнять требования. Тебе нужно будет тут потягаться, знаешь ли, Глок. Немного попутал. Дружочек. Проехали у вас по Язда, составляем его позади, продолжаем движение на запад, будем приближаться к Вале Окультадо. Еще раз повторяюсь для всех новоприбывших, это белый буффало, внутри молодой мужчина, мы работаем по 911. А если там женщина? О том, что он вооружен. Не, я не туда поехал. И опасен, да, получается, вооружен и опасен. Такая тема. Куда ехать? Я забыл, куда ехать. А, все. Двигается на запад, по безымянному мосту преодолевает его, въезжает в Эль Кебрадос. Вот Салатона. В Эль Кебрадос реально въедет он? Затем меняет направление на южное, въезжает в Дезерт Пас. Ща, тут главное не спешить. Подышите немножко пылью. Там тупик. Нормальная тема. Есть, перекройте юниты. Не подышит, получается, пылью-то сегодня, пацаны, да? Ой-ой-ой-ой-ой, Лакзона. Он на Альдея Мальваде сейчас, среди руин. Остановился. Поднимаем руки. Люди, я сдаюсь. Точно? Я сдаюсь. Так у тебя жемка еще. Поднял руки, кажется. Мы сейчас находимся чуть выше Эль Кебрадоса в Альдея Мальвада. Подняли сюда по Дезерт Пасу. Он поднял руки. Он поднял руки сейчас. Отлично. Если вы знали, как я сейчас нервничаю. Да ладно, чё ты? Так, это ж просто Данил Геррера. Так. Чё, Геррера, не знаешь, да, чё я сейчас делаю? Геррера. Чё, будете сближаться, друзья? Наблюдаю гражданского внутри деревни, он вооружен. Думаешь? Принято. Откуда они знают? Гражданский внутри деревни? Да. Я, кажется, видел, что это мелькнуло, да. Air Unit может видеть, что здесь происходит. Ну а происходит здесь, друзья, следующее. Я думаю, можно дальше не ждать. А, он бегает. Открыт огонь. Гражданских трое, один на горе, остальные даже и больше. Охуеть, вот это экшен. Шесть человек на горе. Что за жесть? На горе, с горы, стрельба с горы. На горе 6 человек сейчас. Что началось? Да, как будто бы он не писал сценарий, как будто бы он не знает, что началось. Ох, Данька, ну ты даешь вообще любовь. Мне кажется, нам потребуется помощь. Ну, Данька, ну актер, а. Один бегает. А все трое бегут на северо-запад. У нас со всех сторон.
Объедите нас четверо. Засада. Один запад, один, двое, трое, четверо, пять. Двое, трое, четверо, пятеро, восемь. Преследовать Глока плохая идея. Хуя, у него патрон, кстати, он откуда столько взял? Ой-ой-ой. Все, делаем ноги, делаем ноги. Охуеть, вот это поворот сюжета. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё творишь? Офигеть. Ой-ой-ой, вертушка там осталась. Ой-ой-ой, просто жесть, просто нереально. О май гад, как он это сделал? Все 10 находятся на севере. Хуя у них, кстати, в тимспике людей дохуя. Востоке от вас. Это офицер запрашивайте. Также два человека находятся у вас за спиной. Один на юге, другой на востоке. ЛВ-110-й контроль, у нас открыт огонь в тактическом первом. Требуются все доступные юниты на данный момент. Принято, ЛВ-110, также контроль ко всем юнитам. Перед... Так он даже что-то, блядь, не запретили, его убивают, ему и похуй. Тактически там был открыт огонь по офицерам. Мы находимся в ЛДМ, мы находимся в ЛДМ Альвада сейчас. А, один находится на востоке, один находится на востоке, открывает огонь. Да, что за жесть, горы, что за жесть? Охренеть! Офигеть, один просто офигеть. Бежит к вам на запад. Ближе уже к северу востоку. Один открыл, двое, трое открывают огонь по нам. Их не сосчитать, не сосчитать. Они на горе, также на горе. А нахуй анонимку-то сделал, что в Тринити не предусмотрено, что ли, анонимка? Забавная тема. Двое находятся на горе, на востоке. Северо-восток гора. Охренеть, что он устроил? Ох-хо-хо. Он все это заранее подготовил. 10 секунд прибыть. Охренеть. Да-да, будто бы ты не знал, Данька, конечно, это ж не твое шоу. Трое сейчас находятся на горе. Угу. Они все прыгают с горы. Все находятся на краю, на севере них горы. Не трое на краю, по мне пытаются открыть огонь, по-моему. Четверо, пятеро. Садуя 108, подъезжаем к ситуации. Угу. Охренеть можно. А один открывает огонь, офицер на земле, офицер на земле. На западе находится офицер на земле, и также на севере трое находятся. Охренеть, какая жесть. Это уже... Не погоня скорее с ютубером, это уже скорее... Перестрелка с ютубером, да? Перестрелка против ютубера. А, ну вот оно что, да-да-да. Ютуберы против сват, но не ютуберы против сват. Я не мог этого предугадать, честно, первый раз. Есть ли возможность у кого-то заехать сверху и что-то сделать оттуда? Жалко только одно, что я упал. Жалко у пчелки, Дань. Еще двое находятся на юге, на юго-востоке, один убегает, один убегает. Еще один на земле. Один остановился. Второй бегает на юго-восток. Один остановился, скорее всего. Больше никого нет. Все, в тюрьму посадят тебя, да, американцы. Сейчас самолет облетит, посмотрим. Да, по-моему, все на земле сейчас. Да, не переходы охуительные. Я это запикивать, но это просто пи***ц. Едешься, нас обвели вокруг пальца, как детей, вот так вот. Вот так, нахуя провернули, да, Дань? Это доказательство того, что нет сценария. Никто думаешь? Ничего заранее не знает. Я не знал. А как он это сделал-то? Вообще не в курсе, пи***ка. Все, связь есть, вертолетчик нас видит. Аккуратненько садись, аккуратненько голову пригибаем, чтобы не порубало. Опасный криминальный боевик, очень серьезный старый автомобиль. Да как фильмы Тарантино, просто сказать. Пиздец. Вообще охуеть. Вы сами все видели. Дело сделано. На вертолет я даже не рассчитывал. Так, где-то мы приближаемся. Сейчас так чисто. Напоследок помахать ручкой полицейским и улететь. Давайте. Полиция, блин, сколько тачек. Вот тоже полицейский вертолет. В задницу Америку летим на Мексику. Ту-ту-ду-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ду. Сейчас реклама еще начнется. Давайте посмотрим. Данил Герреро должен заработать деньги, я считаю. Так, ну Кион это всегда Кинон, вот этот. Это вообще всегда отлично. Кинон это всегда замечательно. Так, ну что там, Данил? Я тебе скажу честно, я сейчас это запикаю, конечно, да, уже в будущем на монтаже, но я... Я просто... Дань, да матерись, что ты, ладно, все свои. Я этого вообще не ожидал. Я, понимаешь, у меня все это время в голове крутится, какой Глок засранец, что ты вообще придумал? Просто ужас. Реалистично, понимаешь? Так реалистично у меня спрашивал, а если я уеду там за шлагбаум, это будет считаться по мне? Я думаю, о каком плане ты мне говорил, если ты элементарно... А сейчас я понимаю, понимаешь? Я вообще, я в шоке. Это очень круто. Ну,
Блин, я вот переживал, я не знал, понравится тебе вообще все, что будет происходить или нет. Но я и сам до конца не знал, что вообще получится из этого. Все так быстро, тем более, менялось. Я вообще планировал, что это будет LS. Офигеть. Мы там, ну, просто это все ужас. Мои модераторы, кстати, да, если ты сейчас там записываешь. Хочу им сразу передать привет и спасибо, что они помогли мне. У всех, кстати, вот эти вот HyperX микрофоны, это полное говно, потому что самый лучший микрофон это Jasper, и дальше знаете. Мы планировали на LS вообще, на Виллуфилде вас встретить там. Но ты говоришь LV, и мы такие все быстренько хоп-хоп начинаем менять. Ну и, короче, вот мы хотели вас встретить. И встретили, ну и я не знаю, откуда и кто это. Да это какой-то мой модер, наверное. Он говорит, я на вертолете, где вас забрать? Охренеть. Я просто, мы на карьер поехали. Ми Бэнд, кстати, у Данила Героя, вот прикиньте. Сейчас уже, ну, меня с вертолета, правда, скинули, я где-то в водах в океане с медузами плаваю. Это понимаешь? Это настолько... Это реально, это просто, это... У Данила Героя пальцы, что ли, накрашены? Охуеть, нахуя ты это сделал, Дань? Это очень круто. Вот реально, еще вот в истории тех, с кем я снимал погони за ютубером, ни разу не было ничего подобного, чтобы кто-то задействовал как-то там своих друзей, товарищей, да, чтобы вот так вот сплотиться, сделать. У меня, ну, понимаешь, обычно в конце погонь я спрашиваю мнение блогеров об их эмоциях, да, об их... о том, как им вообще. А тут так получается, что, понимаешь, по большому счету эмоции надо спрашивать у меня. Так спрашивай, Глок, спрашивай. А, ну вот, красава. Взрыв мозга. У меня улыбка не слазит с лица. Искренне, жестко, очень круто. Вот прям респектище. Блин, лучший. Тут больше, мне кажется, нечего сказать, реально. Я не знаю, правда, это была погоня или это перестрелка, но... Я реально, я переживал. Ну, такая тема. Вот, когда вот сейчас это все происходило, я не знал, понравится тебе или не, или ты такой, что он натворил. Нет, это очень круто. Пиздец, Дань, позови меня, я тебе такой антисамп сделаю, ты охуешь. Вопрос задаю всем ютуберам, я тоже не обойду стороной. Так, ну-ка. Кого бы ты хотел видеть следующим в погоне за ютубером? Данила КПРов, ЗДС. Я с всякими топовыми ютуберами не общаюсь, у которых там много подписчиков. Просмотров. Будешь ты снимать с теми, у которых там мало подписчиков, лрпшных. Кей Княж, Лучега. Угу. Ты вот когда мне написал, я своим модерам написал, они Шибзи дал. Шибзи ебал в рот. Оружие и все так дальше. Если есть желание, можешь Шибзи. Можно Тима, не знаю, кто ты это? Знаешь, это флорпешник. Ну, а так, то смотри сам. Блять, Данилу КПРФ ЗДС, позовите Семена. Угу. Блять, ну просто пиздец, ну позовите меня уже нахуй. Как оказалось, вы флорпешники вполне себе умеете. Меня Долорензи, блять, на интервью звал, а эти, блять, Данил Герер, мой лучший друг, не может позвать на ебаную погоню. Пиздец, Дань, ты вообще типа, ебнулся. Понимаешь? Просто... Да, слушай, мы... Это, понимаешь, это очень жестко. Ну, ты понял. В общем, тут просто нет слов, реально. Как и всегда, как и с каждым гостем, я оставлю ссылку на твой канал в описании. Ребята, переходите, подписывайтесь на Глока, он стримит, снимает, по идее. Охуительно, вот классно. Я в Тринити играю, все такое. Вот, но переходите, подписывайтесь. На меня тоже обязательно, я хочу очень сильно до 80 тысяч подписчиков дойти. Да у тебя вроде и так 80 тысяч. Спасибо большое за участие. Спасибо, Ром, реально. Тебе огромное ты много спасибо, всего сделал. Что позвал. Да, это мое первое такое видео с каким-то другим ютубером, тем более покрупнее. Крупнее намного, чем я, поэтому оно очень круто. У меня ну все, тип... Дань, ты пиздец вообще, Дань. Блин, я уже жду видос. Мне интересно посмотреть у нас с другой стороны. Жесть, мне-то как интересно. В общем, всем пока. Пока. До свидания. Всем I'll be back with my chatka и так далее. И многое другое. И еще что-нибудь может быть. И еще прочие вещи. Ну, сами понимаете, вот это вот все. Всем пока, всем до свидания, всем всего хорошего. Arizona Roleplay Phoenix, IP в описании.